сказать. Он врет, Бюльтен. Ты ушел? Ну, хватит, прекратите! Папа, я уйду из дома. Слышишь меня, папа? Уйду, как Бельгин. И внука своего тебе не покажу. Уйду навсегда. Ты слышишь меня? Навсегда уйду и не вернусь. Какая же ты неблагодарная. Внука уже нет. Я так много всего для тебя сделал. Не лезь. Не вмешивайся в наш разговор. Папа, папа. А ведь Бельгин, оказывается, права. Ты не хочешь, чтобы другие были счастливы. Не хочешь, чтобы твои родные дочери были счастливы. Я вам всегда желал только добра. Вас же постоянно тянет в какое-то дерьмо. Что? Это вы моего отца так называете? Фелис. Слушай, Фелис. Разве Бельгин поступила правильно? Вот скажи, я просто уверен в том, что в конце концов она опять прибежит ко мне. Все, идем, пошли. Мы уходим. Идем. Готово. Спасибо. Нас. Доктор сказал, что ты можешь поехать домой, когда захочешь. Войдите. Нас. Ну да, толку, что я сижу. Нужен. Сделай хоть пару глотков. Тебе станет лучше. Здорово. Не надо, не трогай. Раз доктор разрешил, можем ехать. Я готова. Хорошо. Тебе надо переодеться. Выйдите. Вась, не спи. С чего бы вдруг мне не спать? Толк есть? Нет. Потому что я не сплю, не вижу толка. Я останусь, Нас. Ты не обязана помогать. Ты ведь не прислуга. Я помогаю не потому, что должна, а потому, что сама этого хочу. Сериал. Можешь кричать на меня. Я все равно никуда не уйду. Надоело мне кричать. Нас. Если хочешь, плачь. Спрячь меня. Не сдерживай себя. Мне не нужен психолог. Или помоги. Я должен выйти, по-моему, когда ты закроешь эфир. Да? Думаешь так? Почему это? Опять инжелез нас. Тебе надо было остаться. Только посмотрела крайнюю серию «Жизнь положила». Блин, у меня подписка на Кионе закончилась. Ты ее совсем не знаешь. Я тоже этот... Ну и пусть... Смотрю этот сериал. У нее горе. Там как раз она выходила, наверное. Тебе наверное, серии две. Тебе тоже стоило бы пойти утешить свою жену. Горе? Да. Спасибо, что напомнил. Я-то идиот, не понял. Я вообще забыла про него. Митэ, послушай. Я не помню. Третий сезон, серия четвертая, что ли, я посмотрела. Тебе больно? Да. Не задавай глупых вопросов. Не надо меня. Остальные понимать, не смотрела, кто там вышел. Но 5-6 тоже есть уже. Почему я пришел с Анжелей? Да, сможет услышать. Хотя посмотрю лучше, когда выйдет до конца. Только и всего. 7 уже вышла серия, охренеть. А когда будет последняя? Сколько там еще всего серий? Я не люблю просто смотреть, потом ждать. Последняя выйдет? Не, не смотрела. 8 серий всего? Или там еще будут? Наверное, можешь будет еще. Можешь сесть в кресло-каталку? Я же не ногу потеряла. Хватит уже смотреть на меня с такой шалостью. Ты больная? Чего? Но, Бельгин, у тебя есть минута на исправление. А ты в прикрытии. Я могу уйти и без вещей. Дай мне собраться. Бельгин, Афифе бабушка моей внучки. И все. Что мне сделать? Не поднимайте, сейчас еще выгоню и заблокирую. Ее не существует. Извиняйся. Дурацкая ревность. Мы же с тобой не подростки.
Разве проблема в этом? Проси прощения. Если бы ты позвонил и спросил меня, я была бы не против. Тогда в чем проблема? Ты меня не спросил, а ты понимаешь? Да, всякое бывает. Не сойдет все в гоню. Ты даже не предупредил меня, хотя знал, что я так на это отреагирую. Ты мог бы сказать, что у нас гости, попросить прийти пораньше или после появления Афифе. Ты мог бы приехать за мной и все мне рассказать. Я не подумал, просто не сообразил, Бельгин. Вот именно, ты не подумал. Вот в этом вся проблема. Поговорим, когда ты научишься думать. Бельгин, прошу, не надо так. Не поступай, так умоляю. Прекрати, Атыф. Ты со мной разговариваешь, будто это я все время поступаю как-то неправильно. Ты, видимо, не понимаешь, что сам запутался. Но я-то это прекрасно вижу. Сейчас не самое удачное время для нашей свадьбы и для моего переезда сюда. Ты что, бросаешь меня? Хорошо, что ты помнишь свои ошибки. Видимо, хорошо, что мы тогда все-таки не поженились. Жаль, что не все. Разве нет? Ты можешь в это поверить, Танцу? Это настоящее чудо. Я ведь столько молилась, чтобы так все и произошло. Я так счастлива. Ты даже себе представить не можешь. Гюльтен, Джамиль так сказал, потому что ты была рядом. Танцу, послушай, послушай меня. Я это заслужила. Поэтому Джамиль вернулся. Хорошо, что папа все видел своими глазами и слышал. Предположим, Эсру позвал Зия. Ладно, предположим, что это папа позвал ее сюда. Почему она согласилась? Зачем ей это надо? Она просто бессовестная. Мы с Джамилем, скорее всего, переедем в отдельное жилье. Кто-нибудь из вас говорил с Мите? Что-то случилось? Не могу дозвониться до нас и до Мите. Он поехал, чтобы ее найти, и куда-то пропал. Может, они поссорились. Даже в больнице. Нас дала Мите пощечину. Бельгин? Сестра? Ничего себе, Зия оказался прав. Почему ты вернулась? Что-то случилось? Ваш номер с кондиционером на втором этаже. Я пошутила. Разве не смешная шутка? Атыф, я ведь предупреждала. Я правда не хочу портить тебе жизнь. Мне лучше уехать отсюда как можно скорее. Ну, короче, пошла. Всем спасибо, всем пока. Можно винить весь мир, но виноваты мы. Тебе некуда бежать. Ты должна остаться здесь и вместе со мной сражаться за Инжелио.